Ой. Поняли, да, что это смех такой на грани? Чтоб вы понимали, мы все в утеплении. И тут даже вот стоит обогреватель. Не очень он помогает, конечно, но тем не менее. Но вот там просто дубак. Вас приветствует вновь моя новая рубрика, которая называется «Распаковка образа». Прошу, пожалуйста, распакуйте меня, пожалуйста. И вы знаете, я развеиваю мифы. Мне даже зимой не так холодно, как в Африке, как бы это парадоксально не звучало. Поэтому, когда вы будете видеть меня в кадре в утеплении, надеюсь, что вы будете понимать и вспоминать мои сторис. На мне зимняя куртка, две кофты, и мне холодно. Это какой-то просто... какой-то бред, что так бывает. Ну, география. Сейчас зима. Who is it? Аина. Аина. Если бы я знала, как это переводится. Сонеч, кто это? Гена? Гена? Гена. Гена! Yes. This is... Это... О, боже. О, боже. Геном только мне так плохо видно. Геном только не хватало здесь. Вот, в Африке. Обалдеть. Ой-ой-ой. Слушай, ну в фильмах она по-другому выглядит. Это эксклюзив, просто это эксклюзивный контент в моих сторис всегда для вас. Он выглядывает. Какая? Ну на самом деле она такая сладкая, если честно, такой пятнистая. Пошла. Смотрит.